С этой рыбкой бутерброды всегда получаются очень вкусные и смотрятся они красиво, поэтому чаще всего их готовят к праздникам. Я обычно добавляю к семге огурец, чтобы придать вкусу немного свежести. В этом рецепте я хочу предложить вам свой простой вариант приготовления бутербродов с семгой и огурцом в домашних условиях. Некоторые в такие бутерброды добавляют ломтики лимона, но лично мне они гораздо больше нравятся с огурчиком, как мне кажется, так их вкус становится ярче и свежее. В общем-то, сложно в самом приготовлении ничего нет, и сейчас я расскажу вам, как сделать бутерброды с семгой и огурцом, которые смело можно ставить на праздничный стол. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Багет 1 штука, семга малосольная 300 грамм, огурец свежий 1-2 штук, масло сливочное 100 грамм, количество порций 20. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.